Я хочу сказать. Президент Стрэнд верила в возрождение Америки. Она неустанно трудилась во имя объединения наций. Не будь ее, не было бы и Бриджес. Ее следует похоронить с почестями. Но мы этого сделать не можем. Вместе с ней умрет Америка. Без нее Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место, смирись. Америки больше нет. Сэм, Америку рано хоронить. Он сказал, она умрет вместе с Бриджет. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что? Поговорим об этом потом. Сейчас главное — довести до конца дело, начатое твоей матерью, и отстроить Америку по ее заветам. Для этого и существует Бриджес. Сделай первый шаг, Сэм. Доставь тело президента в крематорий. Если мы все не объединимся, человечество обречено. Я хотела отправить тебя, Сэм. Времени не осталось. Я люблю тебя. Буду ждать тебя на берегу. Он расположен на юго-западе. Учти, придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко в горах, чтобы содержащийся в дыме Хирали не шел к городу. Будет непросто поднять туда тело. Мы будем вести круглосуточный мониторинг. Если что-то обнаружим, свяжемся с тобой через браслет. Через 48 часов после остановки сердца труп некротизируется и превращается в новую тварь. Бриджет Стрэнд была символом восстановления Америки. Даже когда страна раскололась, а люди разбежались, она продолжала верить, что их можно объединить. Люди поверили в возрождение Америки, потому что верили президенту. Мы верим, что эту страну можно возродить. Америка жива вместе с бессмертной душой Бриджет.
Счастливого пути. Да, да, вот так. Только ты и я. Ну уже, давай, соберись. Huh.
это и есть то место. Быстро возрастает. Сейчас начнется сильный дождь. Возвращайся скорее. Сэм, и второй груз тоже сожги. Что это? ББ-28. Образец, который выдали отряду Игоря. Он был на тебе, когда мы нашли тебя в кратере. А здесь он зачем? Он подлежит утилизации. Центральный узел разрушен, и наша штаб-квартира тоже, потому что ББ не сработал как надо. В журнале Игоря все есть. Но ребенок жив. Его не починить, а вне капсулы он не выживет. Можешь жалеть его сколько хочешь. Решение принято. Утилизировать. Директор подтвердил. Доставить в крематорий. Но ничего не попишешь. Сможешь переждать дождь? Нет. Они приближаются к моей позиции. Нужно уходить, пока меня не заметили. Сэм, если тебя съедят, произойдет выплеск пустоты.
Ты-то, конечно, вернешься, но от округи останется один кратер. Есть идея. Прям с дефектом. Вот. Работай. Thank you.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать в столичный узел. Идите в распределительный центр. Сэм, вернись в распределитель. Сверься с компасом. Это чудо, что вы оба уцелели. Когда человек с думом подключается к ББ, возникает наводка, как у микрофона рядом с динамиком. Усиливаются страхи, повышается уровень стресса, и есть риск дойти туда, откуда уже не вернешься. Извини, но этот ББ превысил свой лимит. Остается только утилизация. Сэм, прими душ, потом зайди в кабинет президента. Надо поговорить. Сэм, я же сказал тебе, Дум и ББ — опасная комбинация. О, тебе бы помыться. Ты с ног до головы в хиралии. Негоже в таком виде показываться президенту. Да что ты несешь? Ее нет. Ты расстроен? Это из-за ББ-28? Иди-ка ты нахер, я тебе не шестерка. В любом случае, ребенок обязан тебе жизнью. Нет, это мы ему обязаны. Ты тоже. Как скажешь. Я за ним пригляжу. Привет от меня президенту. Уже почти пора, Сэм.
Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Затем иди в кабинет президента. Где теперь нельзя уединиться? Вообще-то нет. За исключением душа и туалета, конечно. Я так понимаю, ты решил помыться? Ладно. Как закончишь, зайди в кабинет президента. Она тебя ждет. Ты молодец, Сэм. Спасибо. Бриджит нас покинула, но мы можем сохранить ее наследие. Сэм, послушай. Мечта о возрождении Америки не умерла. И слышать не хочу. Взгляни на нашу новую надежду. Новую Америку. Пусть мама умерла, но я здесь. И ты, Сэм, ты тоже здесь. Вы с ней 10 лет не виделись, да? Она за это время не постарела ни на день. Он знает, почему. Мое тело на берегу. Там время не имеет значения. А вот ты повзрослел. Хорошо выглядишь. Значит, ты это всерьез насчет восстановления связи между всеми? Кто-то должен сменить Бриджит, Сэм. И что важнее, продолжить ее дело и заново отстроить нашу страну. Саманта Америка Стрэнд. Наш новый президент. Новое начало для нашего народа. Нашей страны. Под ее руководством мы восстановим UCA, Соединенные Города Америки. Вот как мы возродим нашу страну.
Но нам понадобится твоя помощь, Сэм. Нет, с меня хватит. Я распрощался и с Бриджит, и со всеми вами. Но мы тебя не забывали, Сэм. Это ты сбежал. Ты порвал с нами. Амелия собрала отряд. Лучших из Бриджеса один. И ушла на запад. Через кратеры и земли тварей. Я оберегала их, пока они искали уцелевших. Не пропустила ни одной твари. Всех замечала издалека. Мы убеждали поселение за поселением примкнуть к нам. И мы оставляли с ними наших людей помогать. У нас ушло на это 3 года, но в итоге мы сумели добраться до краевого узла. До Тихого океана? Боже. Да. Но потом все покатилось к черту. Отряд уничтожили, Амелию схватили. Схватили? Но не то, чтобы меня держали в клетке или под замком. Мне разрешают гулять, и я могу говорить с вами, когда захочу. Но нельзя покидать город. Их цель – обеспечить независимость краевого узла. По крайней мере, так ей говорят. Они хотят, чтобы UCA к ним не лезли. Амелия нужна им в качестве страховки. Еще раз, кто эти придурки? Дементы. Сепаратистская группировка. Они контролируют краевой узел. Я про них слышал. Кучка террористов убивают людей и превращают города в кратеры. Да. Они ничем не гнушаются. Могут даже подстроить выплеск. Так ты считаешь, тот взрыв в центральном узле их рук дело? Возможно. Эти экстремисты расползлись по всей стране и гадят нам из-под тишка. У них нет четкой организации. Их ничто между собой не связывает. Кроме идеологии. Я знаю, что не все разделяют наше видение будущего. Если мы, американцы, не объединимся вновь, человечество обречено. Я повторяла послание матери людям из разных поселений. Но не все были готовы принять его. Многие предпочли остаться в изоляции. Они держатся особняком, поодиночке. Как ты, Сэм? Они думают, что Америку можно возродить лишь силой, что им станут указывать, отберут у них свободу и закуют в кандалы. Типа вот таких, да? Вы не лучше этих дементов. Еще одна секта. Это не кандалы, Сэм. Это символ нашей связи. Это то, что нам сейчас нужно. Из разрозненного сделать единое. Сформировать хиральные узлы и связь. Сэм, ты должен отправиться на запад и завершить начатое. Люди, которых Амелия оставила по пути, построили терминалы хиральной сети. Но они не соединены друг с другом. Ты должен связать их воедино. А для этого нужен Кьюпит. В нем содержатся все операционные протоколы, необходимые для интеграции терминалов в общую сеть. Отнеси Кьюпит на запад и воссоедини народ нашей великой страны. А как достигнешь краевого узла, разыщи Амелию и верни домой. После этого я вступлю в должность и продолжу дело, которое начала моя мать. Таково последнее желание Бриджит. Так, мы возродим нашу страну. Пожалуйста, ты нам нужен. Я теперь Сэм Портер Бриджес. Я больше не Стрэнд. Черт, я даже не один из вас. Вы меня выгнали. Не хочу иметь дел ни с вами, ни с кем-то еще. Никогда.
Стой! Видишь? Меня как будто здесь нет. Как всегда и было. Сэм! Сэм! Подожди! Стой! Послушай, вы нужны Америке. Вы оба. Когда опутали весь мир проводами, войны и боль не прекратились. Можете попробовать еще раз, но только потом не надо удивляться. Все идет по кругу. Соедини, объедини, не все так просто. Ладно, ладно, Сэм. Не горячись, я понимаю. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. А пока иди передохни. Хорошая мысль. Организму нужен сон. А иначе рано или поздно соединишься с той стороной. Мы провели профилактические работы. Подправили кое-что для твоего удобства. Можешь пользоваться. В кои-то веки Дум и ББ оказались удачным сочетанием. Или, может быть, вас связывает некая взаимная симпатия? Сэм. Послушай, ты Сэм Стрэнд. Нет, уже нет. Это в прошлом. Меня зовут Сэм Портер Бриджес. Странное слово «прошлое». Казалось бы, оно уже позади. Но иногда оно давит на тебя, словно груз. Или удерживает на месте, как якорь. Я застряла, Сэм. Здесь, на берегу Тихого океана. За тысячи миль от тебя, но мы все так же близки. Ты свободен, но мы все еще связаны. Не отрицай этого. Доброе утро, Сэм.
Сэм, это Дай Хардман. Ты спал как убитый. Умотался? В личных помещениях есть все удобства. Душ, туалет и прочее. Заходи туда, если нужно отдохнуть, осмотреть снаряжение, что-то обдумать. Если есть вопросы, обращайся к персоналу. Ну а пока сначала осмотри здесь сам. Узнай, как сейчас работает Бриджес. Знакомы? Я занимаюсь доставкой, а также техобслуживанием и ремонтом. Хорошо, что ты с нами. Если я еще это не говорила, то я мама. А вот это нити. Они нужны не только для упаковки, но еще и для идентификации. Посмотри внимательно и увидишь. Видишь красное? Это твоя кровь. Этот корпус удалит весь хирали из твоего костюма. Кстати, о костюмах. У курьеров они синие, у медиков красные, у сжигателей трупов оранжевые, у охраны черные. Сэм, это Дедмен. Я откалибровал твоего ББ в соответствии с твоими физиологическими параметрами. Правда, это только догадки. Когда пробуешь его в деле, мы проверим синхронизацию и настроим его чувствительность как надо. Сэм, это Хартман, исследователь, занимающийся тайнами берегов и выхода смерти, дум-способностями и возвращенцами. Когда ты облегчаешься, из твоей системы выделяется некоторое количество хиралия. Хиралий отрицательно сказывается на секреции гормонов и на нервной системе. Считается, что контакт с хиралием провоцирует развитие фобий, а также, в серьезных случаях, агрессию и суицидальные мысли. Есть даже предположение, что именно хиралевое загрязнение активирует дум. Позволь, я возьму для изучения образец твоих выделений. Так я смогу дистанционно отслеживать степень твоего загрязнения хиралием и состояние здоровья.
терминале находится база данных Бриджес с разнообразной информацией. У тебя нет доступа ко всему, но многое, возможно, тебя заинтересует. Но ты подумал над моими словами? Они набиты хиралием, но для людей с Думом безвредны. С их помощью ты сможешь воссоединить мир. Вернуть все, как было. Я носильщик. Мне нет дела до соединений. И до узлов. Но я сделаю все, чтобы помочь Амелии. Сэм, послушай. Терминалы, которые люди Амелии строили в городах, через которые шли, двигаясь на запад, называются узлами. Инфраструктура цела, но сеть не работает. Сейчас по ней можно передавать только голосовые сообщения. По проводной связи, по беспроводной и малые объемы данных. И если в конкретной точке нет нужных данных, наши хиралиграммы не отобразятся. Если ты вдруг не в курсе, Амелия и другие члены Бриджес, которых ты видел, это изображения, сгенерированные из локальных данных. В общем, тебе нужно просто найти узел, подключить Кьюпит и активировать систему коммуникации. После подключения к терминалу ты сможешь запустить обмен большими объемами данных в нулевом времени. И таким образом мы наладим связь не только друг с другом, но и с нашим прошлым. Все потерянные фрагментированные данные будут восстановлены. Это как взять ископаемое и воскресить динозавра. Четыре с половиной миллиарда лет истории Земли. Все те знания, которые мы утратили после выхода смерти, вернутся к нам. Итак, друг мой, мы одолеем эту напасть.
Когда заработает обмен данными, создавать граммы станет проще простого. И ты сможешь использовать хиральные принтеры. В конечном счете, мы сможем передавать по сети все, что угодно. Кроме оригиналов. Жизни и души. Ничего настоящего. Одни копии. Да. Вот поэтому носильщики никуда и не денутся. И до, и после воссоединения нам всегда будут нужны посредники. Нет грешным покоя, да? Ну да, безделье, мать пороков. Все подробности в терминале доставки. Не забудь сходить наверх. Груз заберешь там же. На эти ботинки без слез ты и не взглянешь. Мне их выбросить? Стой. Погоди. Я хочу, чтобы ты кое-что проверил. Эти существа среагировали на мою кровь уже несколько раз. Среагировали? В каком смысле? Не знаю. Ты же брал у меня кровь. Вот и скажи. Ладно, я посмотрю. Обещаю. Бебе. Бебе.